Я жду падения чуть-чуть еще биткоина. Это падение должно произойти где-то в конце сентября, в начале октября. Ну вот в этом, кстати, я, вот это вот было бы мне помощь, если есть какие-то астрологические данные, которые как бы способствовали падению. Но это падение должно быть. Многие люди говорят, это связано будет с политической системой, изменением. Но мне кажется, это будет все-таки связано с какими-то событиями, связанными природного значения. К примеру, допустим, серьезное наводнение Gulf of Mexico, возможно, события в Калифорнии, возможно, потери электричества, связанное с solar flare, как было в Канаде. Возможно, серьезнейшие ураганы, которые я ожидаю в течение, скажем, 60 дней. Вот. Возможно, в связи вот таких событий они, может, и перевернут. Как-то и способствовать будут изменению. Ну, самое главное событие – это выборы. Да, да. Ну, мне кажется, ну, да, может быть. Я вот детально настолько не могу, не имею данных, но вот эти вот отдельные моменты, которые как бы должны произойти. Я вам выслал временную шкалу, которая была нанесена одной женщиной. Она уникальная, имеет способности. Она была обучена одним из русских полковником, который занимался в этой сфере. То есть она была, классы брала у него. И она живет в Японии, и она очень имеет такие технику, которую она использует, довольно-таки точно позволяет описать события. То если есть большая вероятность происхождения этого события, то, как правило, финансовые рынки отреагируют негативно. Стоимость кошелька определяется возможностью кошелька. Некоторые кошельки не позволяют держать все монеты. Кошельки как раз-таки это не проблема. Она там, эта женщина, кстати, упомянула там терминологию, да, cold storage wallet, это, конечно, хорошее. Я не, естественно, она прямо сказанула, да, действительно, но если человеку, который ничего не знает, сказать cold storage wallet, это новая терминология, которая вообще непонятна. Достаточно, чтобы они хотя бы поняли, что это виртуальный кошелек, что это тот кошелек, который как на телефоне, который может располагаться в том же телефоне. Кстати, я вот опишу такую вот ситуацию, которую мы будем наблюдать. Форма пеймента перейдет на оптическую форму пеймента. То есть у нас каждый телефон имеет сканер и имеет экран. Для того, чтобы сделать оплату, вам надо всего лишь сфотографировать вот этот скан-код, либо RQ-код, и при этом произойдет оплата с одного кошелька в другой. То есть это не какие-то там text-месседжи, это оптическая форма. То есть оптикал. Можно электронно, совершенно точно. Но оптическая – это более такая развитая, которая на сегодняшний день есть в Китае. Следующее идет на RF-чип. То есть это получается оплата за покупку, не нажимая, не манипулируя какие-либо моменты. Вы просто подтверждение делаете на том же телефоне, что да, я согласна оплатить. Подтверждение может быть лицо, может быть отпечаток, может быть нажатие манипулирования на телефоне. То есть это уже методы, как подтвердить эту транзакшн. Но в основном это будет оплата оптическая. Digital exchanges. Самое крупное на данный момент. Это Binance, это китайская компания. Это... И американская Coinbase. Они имеют, Binance не дает никаких гарантий, потому что это подчиняется Китаю, скажем так. А Coinbase дает гарантию для всех вкладов согласно законодательству того или иного региона.
согласно законодательству, IP-адреса, с которого происходит доступ. Не государство, а IP-адреса. Это очень важно. Я вам выслал статью, которая называется Trust over IP. Это протокол, который сделан, и который сделан будущий roadmap, как будут функционировать финансы, вне зависимости от территориально, где находится человек. Все будет завязываться к IP-адресу. Еще раз повторяю, это очень важно. Не государство диктует IP-адрес. К примеру, если вы делаете покупку с Европы, то согласно европейского законодательства ваши счета застрахованы на 100 тысяч евро. Если вы делаете с IP-адреса США, значит, вы имеете страховку до 250 тысяч долларов. Если вы делаете с Японии или другого государства, соответствующие там другие вклады будут. Если делаете вы с Белоруссии, я не удивлюсь, что там всего лишь 10 тысяч они гарантируют. Поэтому эта тема новая, но она, к сожалению, работает по совершенно новым принципам. Бирж очень много. Как правило, мы не хотим идти в биржи, которые никто не знает. На сегодняшний день эта биржа есть, завтра делается какой-то аудит, либо кто-то каким-то образом происходит максимальное изъятие физического биткоина с аккаунтов автоматически. Для того, чтобы сделать перемещение монет, надо иметь физическое в наличии. Если каждый начнет, если отток ресурсов будет, опять-таки я хочу подчеркнуть, что биткоин нельзя сфальсифицировать. Это самое большое уникальное преимущество. Если у вас нет ключей к биткоину, вы не можете ее подделать. На сегодняшний день есть теория, что биткоин можно каким-то образом, если имеете квантовый компьютер, который это на уровне государства решается. Если есть квантовый компьютер, то есть возможность подключить его к интернету и пересчитать протокол, то есть overrun все компьютеры, которые задействованы в системе на интернете по перемещению биткоинов. И в принципе можно пересчитать и переделать эти блоки и как бы генерировать или смодифицировать искусственный биткоин, который, ну грубо говоря, хакнуть. Биткоин. Если квантовый компьютер появляется, то на сегодняшний день там настолько больше возможностей, что этот биткоин, он нафиг никому не нужен, абсолютно. То есть намного есть большие вопросы, которые можно решать с квантовым проблемам, нежели чем финансовые по поводу биткоина. Вот это я хотел сказать. Все хакеры, которые есть на Земле в сегодняшний день, они очень умные люди. Это и русские, и китайцы. Никто не может ломануть биткоин. Никто. Они могут по ошибке украсть. По обычной human ошибке. То есть пробили вашу кредитную историю, пробили ваши имейлы, увидели, что у вас один и тот же паспорт, и увидели на имейле, что вы сохранили private keys от биткоина. Они забрали эти private keys и двинули биткоин. Вот это реально. Но это ошибка человека, который просто-напросто сделал ошибку, когда он разместил ту или иную информацию, ну, в неправильном, не на правильном сервере. Но чтобы ломануть биткоин, это нереальное. Non-human resources надо. Binance — это как бы вторая. Есть Binance.us. Они сделали, китайцы сделали по американскому законодательству, они сделали... А какая разница? Какая разница, если ты хочешь приобрести, так какая разница, где приобретать? Он же не китайский биткоин, он и не американский. Нет, все правильно, да, но это связано с налогоплательщиком. Это связано с налогоплательщиками, поэтому они, вы правильный вопрос задали, какая разница. Это действительно, как бы на данный момент это еще не до конца отрегулировано, но с каждым днем это становится более регулируемое, вводятся ограничения по выводу денег с биржи, допустим, с Binance,
если они не имеют вашего так называемого face 3D, вашего driver's license и физического адреса, то больше, чем 2 биткоины они вам не отдадут. Они вам позволят туда перевести 1 миллион долларов, но назад вывести вы можете не больше, чем 2 биткоинов. Для того, чтобы сделать больше 2 биткоинов, надо пройти процедуру KYC. Это Know Your Customer. Ну хорошо, допустим, то есть кто-то купил за 1 биткоин, который стоит 10 тысяч, но и к концу года он стал 20 тысяч. То есть он заработал там 10 тысяч долларов, правильно? Да. Расчет же не идет биткоина, пока идет расчет в долларах. То есть ему надо отчитаться, заплатить тексов на 10 тысяч долларов, правильно? Да. Угу. Да, как профит. Он включается по такому же принципу, как вы сейчас работаете с Форексом или со стак-маркетом, либо по такому же самому принципу. Можно сделать это в невидимке. Есть еще биржи, которые не прослеживаются. Они не подчиняются американскому законодательству, европейскому законодательству. И вы, в принципе, можете вращать эти деньги виртуально, и вы просто никому не платите вообще. На сегодняшний день этот есть. Но тенденция этого будет, это будет прекращаться. Номер один – это контроль над всем. Да, изменится налоговая система. Да, мы не будем платить раз в год. Налог будет изниматься прямо на месте при покупке. То есть мы покупаем, и тут же делается сразу налог моментально. Если вам выдаются деньги, тут же моментально вы оплачиваете налог от того или другого района, где вы находитесь. Это Нет. действительно так. Но всего лишь есть 2 или 3 монеты, которые обеспечивают privacy, которые не прослеживают и не дают ниточки, откуда эта монета пришла и куда ушла. Но эти монеты в ближайшее время они будут уничтожены. Одна из монет называется Monero, ну, в частности, по поводу этой монеты. Многие люди, которые любят свободу и говорят, о, это наоборот будет популярно и так далее, они просто заблуждаются в том, какой мастер-план, куда это движется. Все остальные монеты, монеты и токены обеспечивают максимальную прозрачность передвижения в любом времени и пространстве. Можно видеть, где... Мы не можем видеть на данный момент хозяева этого кошелька, но мы видим все кошельки, сколько там денег, кому оплачивалось, и мы можем видеть историю от самого начала создания монет.